Путин. Вот, хотя, конечно, безусловно. Вот. И поэтому, конечно, Москва, украшенная, так сказать, разными, так сказать, транспарантами, там, флагами, удивительная иллюминация была. Чистые улицы, магазины, где продавали Мальборо и Кока-Колу. Это вообще было... Москвич Лещенко мог сравнить то Олимпийскую Москву, а Олимпийскую Москву. Тем более, что Москва была густовата, потому что, ну, как бы, не все пускали. Завтра я проведу вебинар для участниц марафона. По опросу в Instagram вы меня просили сделать этот вебинар открытым для всех, поэтому завтра я дам очень полезную информацию по поводу выполнения элемента панше, его стоимость, правила судейства, возможные ошибки, а также расскажу очень подробно о том, как будет проходить наш марафон. Поэтому всех жду. Завтра я приду.